Орнамент, как он менялся со временем, и какие рисунки на ткани были на пике популярности 10 лет назад, а какие в прошлом веке. На эти вопросы в своих коллекциях одежды попытались ответить молодые дизайнеры Сибири. В Омске стартовал Всероссийский фестиваль моды «Сибирская этника». В нем примут участие 104 дизайнера из 6 городов России. За 4 дня они поучаствуют в мастер-классах от международных аналитиков моды. Будут соперничать в конкурсе декорирования текстиля и, конечно, представят на суд зрителям и жюри свои коллекции. Творческим девизом фестиваля стал орнамент «Жизнь во времени и моде». Модельеры должны были изучить отличительный орнамент Сибири, его семантику, символику, цвет и на основе выбранного творческого источника разработать авторскую модель. Моя коллекция называется «История». Меня вдохновляло народное творчество и русский авангард. Это отразилось и в силуэтных формах, в цветовом решении, и в декоре. У нас очень серьезные показы впереди. У нас в пятницу, субботу 2 больших дефиле. А потом нас ждут мастер-классы. Это мастер-класс Александра Хилькевича. В субботу утром у нас мастер-классы Людмилы Алябьевой.